Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханака Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Да. Эй, слышь? Thank you.
Доктаун проник в вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты США уже среди... Сейчас бы я тебя не узнал, если бы встретил. В твоей комнате такой же бардак, как в тот день, когда ты пропал. Я тебе не убирать за тобой не буду. Сам уберешь, когда вернешься. Я тебя, наконец, с Софией познакомлю. Она такую баклаву печет. Тебе точно понравится. У него радости полные штаны. У меня к тебе столько вопросов накопилось за несколько лет. Да? Что-то надо? Хочу купить пушку. Что-нибудь посоветуешь? Ага. Покупай, что надо, и иди отсюда. Кто-то встал не с той ноги. За пустой трёп мне не платят. Ищешь надежные пушки, ну, пожалуйста. Прыгать вокруг тебя я не собираюсь. Пойдем, мотылек. Зачем? Мне и тут хорошо. Генератор, фильтр, инжектор, все фирменное. Оптимизм. Че как, кореш? Мне надо поставить кое-что. Надеюсь, я об этом не пожалею. Исправные импланты — это скучно. Но если что заглючит, приходи.
Внимание всем жителям Дагдауна. Удвоена награда за голову киберпсиха, который нелегально проник в Дагдаун. Особые приметы – здоровенный бугай с полной лицевой панелью. Вооружен, опасен, игнорирует попытки диалога. Стрелять без предупреждения. Добро пожаловать в царство чудес. Если интересует премиальная одежда, ты по адресу. Что сейчас модно в Дагдауне? Знаешь, я когда работал дизайнером в Эдзи, понял одну важную вещь. Кем бы ты ни был по жизни, одежда должна быть инструментом, а не украшением. В Дагдауне практичность решает. Ну,
На помощь! Кто тебя прислал? Внимание всем жителям. Это Курт Хансен. В Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты МСА уже среди вас. Смотрите в оба. Увидите что-то подозрительное. Сообщайте. Сраная реклама. Ви, несколько дней назад мусорщики напали на автомобиль. Груз забрали, а вот охране, боюсь, повезло чуть меньше. Такие случаи в Доктауне не редкость. Но этим занялся гендир Зетатеха. Он сообщил мне, что машина принадлежала его корпорации. Среди украденного оказался один очень ценный глазной имплант и его чертежи. Мусорщики были не в курсе, что на имплант поставлен геодатчик. Отследи сигнал и найди логово мусорщиков в береговых трущобах. Подробности я выслал в сообщении.
машина корпоратов, как нам и обещали. Как думаешь, сколько мы за... Ну и где ты там, блядь?
Надо пойти проверить. Чё, сделай, иди. Я беру хром! Ура!
Папочки! Два, семь, пять, три. Эй, сюда. Это ты с ними перестреливался? Что тут сказать, не повезло им. Ты от Зетатеха? Кажется, я знаю, зачем тебя наняли. Клиент кое-что потерял. Из техники. Что-то типа прототипа и его чертежей, да? Меня лишили связи, но я поставил геодатчик на прототип.
Я знал, что корпорация кого-нибудь пришлет. Очень интересно. А ты кто, если в двух словах? Хасан Демир, инженер Зитатеха. Единственный, кто выжил после налета мусорщиков. Мусорщики не настолько тупые, чтобы прыгать на корпоратов. Я тебе не верю. Я работал под прикрытием. Минимум охраны, максимум секретности. Сомневаюсь, что мусорщики случайно на вас наткнулись. Скорее, вас сдал тот же, кто продал вам товар. Слушай, я не знаю. Давай потом это обсудим. Ты можешь вытащить меня отсюда? О пленных мне не говорили. Я ищу только прототип. Он у тебя? Само собой. Постой. Ты хочешь сказать, что добровольно установил себе прототип? Я подумал, так будет безопаснее. Сканеры на границе не находят то, чего нет в продаже. Теперь-то я понимаю, что ступил. Но зато прожил на пару часов дольше. Мы с прототипом идем в комплекте. Либо ты вытащишь меня, либо провалишь задание. Деньги есть, ума не надо. Насколько отмороженным надо быть, чтобы вставить себе прототипный имплант? Без обид, Ви. Хотя не исключено, что корпорация сделала из него подопытного кролика. Столько шума из-за обычного импланта. Обычного? Да оптика Кироси с ним даже рядом не стояла. Смотри, мы узнали, что кто-то украл имплант из промышленного парка Арасаки в Санто-Доминго. Мы, конечно, заинтересовались. Я договорился о сделке на стадионе. Все супер секретно, чтобы Арасака ничего не заподозрила. Ну и ты видишь, чем все кончилось. Ставить прототипы очень рискованно. Странно, что инженер Зитатеха решился на такое. Риск был, не спорю, но другие варианты были еще хуже. Само собой. А в Зитатехе не подумали, что их бесценный прототип может попасть под микроскоп какому-нибудь риперу из Доктауна? Они были не в курсе. Ты меня выпустишь или так, и будем через решетку разговаривать? А если я просто вырву этот глаз у тебя из башки и свалю? Как я уже говорил мусорщикам, без помощи рипера его не вырвать. Одно неловкое движение, и он сгорит. Мне нужен только прототип. Беречь его меня не просили. Тебе все равно еще надо найти чертежи. Я могу показать, где они лежат. Вижу, ты все продумал. Хорошо. Только смотри без глупостей. Я уже совершил все глупости, какие мог. Так, нужно открыть дверь. Ты можешь обойти защиту. Если нет, тут рядом комната охраны. Может, они записали код? Не может, а точно. Я его нашел. Вижу, Зетатех не пожалел денег на хорошего наемника. Ага. Теперь рассказывай. Они в мастерской. Мусорщики водили меня туда, чтобы я удалил протоколы защиты с техники, которую они украли. Ага. Тогда веди. И лишний раз не дергайся. Боже, это же Гарри. Он был тот еще мудак, но такого не заслуживал. Если бы не ты, эта печь наверняка стала бы моей могилой. Так и знал, что выгорю в Зитатехе. Эх.
Так, сейчас. Где же он? Должен быть где-то здесь. Нашел. Отлично. Держись рядом, я тебя отсюда выведу. Стой. Ты такую бойню устроил, что весь берег слышал. Сейчас сюда куча мусорщиков набежит. Есть другой план? Поделись. Тут есть разводной мост. Что-то типа аварийного выхода из небоскреба. Я видел, как мусорщики по нему ходили. Это самый короткий путь и самый безопасный. Как тебе? Я же говорил, что смогу помочь. Ну что, пора уходить отсюда. Все хорошо. Идем как можно тише. Никто нас не увидит, никто нас не тронет. Давай, Хасан, осталось немного. Теперь отключим мост. Не хочу, чтобы за нами пришли мусорщики. Что тут скажешь? Инженера издалека видно. Ну, ломать не строить. Тут нас не достанут. Ух, спасибо. Я уж думал, что не выберусь оттуда. Без проблем. Ты же отдашь то, что мне нужно. Это Курт Хэнсон. Вы находитесь... Да я дальше как-нибудь сам. Обещаю Правило рассказать первое, начальству, какой ты крутой. Копы получат пулю в мозг. Правило второе, никаких корпоратов. Вам здесь не рады. Правило третье. Мои так не пойдет. Я сейчас позвоню фиксеру и запрошу машину. Думаю, он сам отдаст прототип заказчику. Нет, подожди. Я не могу вернуться в Зетатех. Слушай, ты начинаешь меня бесить. Или говори, в чем дело. Или пеняй на себя. Ну, в общем, я не хотел возвращаться в Зетатех. Я думал, что украду прототип и спрячусь в Доктауне. У меня был покупатель, я ждал только сигнала, чтобы свалить. Из-за мусорщиков все накрылось медным тазом. Если я вернусь, меня просто убьют. И как ты собирался переиграть мегакорпораций? Какой-то план же у тебя был? Да, но мне нужна была помощь. Я нашел покупателя на стадионе в Доктауне. Сделка бы состоялась, если бы на меня не напали. Он мог бы просто тебя завалить. Да, поэтому я и вживил прототип себе. Это был мой козырь, любая травма сказалась бы на работе оптики. Я хотел сбежать, пока нас проверяли на границе. Меня ждала машина. Охрана была подкуплена, но все немного пошло не по плану. С чего ты вообще решил украсть этот имплант? Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Больше, чем твоя жизнь. Да что это за жизнь? У меня ни семьи, ни друзей. Я всегда думал только о работе. И что в итоге? Нет у меня никакой жизни. Они ее украли. Если бы я продал прототип, то начал бы все сначала... Что за подстава, Хасан? Я рискнул жизнью, чтобы тебя спасти, а ты меня кинуть хочешь. Я хотел выбраться из клетки. Если бы я сказал правду, ты бы просто ушел. Не факт. Просто не нужно было держать меня за идиота. Да я понимаю, что зря это затеял. На, пожалуйста, не отдавай меня им. Я не хочу умирать. Поздно спохватился. Они тебя найдут и грохнут быстрее, чем ты продашь свой имплант. Тогда я сдаюсь. Убей меня, я серьезно. Лучше умереть сейчас, чем после пыток. Внимание всем жителям Доктауна. Это Курт Хэнсон. Представители мусорщиков приедут с деловым визитом во вторник. Сделаем, как я сказал. Не рыпайся, пока я звоню фиксеру. Все должны разойтись по домам до 6. Жалюзи опустить, камеры выключить. На этом все. Прошу тебя, не сдавай меня, Зетатеху. Хэнс, ситуация усложнилась. Мусорщики взяли заложника, но я его вытащил. Ясно. И как именно это усложняет дело? Прототип стоит у этого чувака вместо глаза. Нам нужна тачка. Неожиданно, но не смертельно. Сообщи координаты, мой человек отвезет его в Зетатех.
Не надо в Зитотех. Просто найди хорошего рипера, забери прототип, и пусть идет куда хочет. Хм. Полагаю, у тебя есть спонсор, который готов оплатить такую операцию. Да ладно, Хэнс. У тебя полгорода в долгу, неужели некого попросить? Хорошо. Сделаю тебе одолжение в интересах нашего дальнейшего сотрудничества. Я даже немного заинтригован, Ви. Ты думаешь, оно того стоит? Мы оба знаем, что его ждет в Зетотехе. Зря я, что ли, вытаскивал его из клетки. Понял тебя. Спасибо, что за меня вступился. Ты Ви? Я от Хэнса. Чертежи у тебя. Ага, держи. Спасибо, дальше я сам. Хитрый засранец пережил налет, сбежал от мусорщиков и поимел корпорацию. Рано или поздно удача должна была повернуться к нему задом. Спасибо за работу, Ви. Мои люди доведут дело до конца, не сомневайся. Твоя оплата уже в пути. Внимание всем жителям. Это Курт Хансен. В Доктаун проникли враг... агенты. Шпионы и пропагандисты НСШ уже среди вас. Смотрите в оба. Увидите что-то подозрительное? Сообщайте. Опять ночью машины приезжали. Как думаешь, что привезли? Лекарства, оружие или импланты? Импланты. Я слышал. Из Европы. Ты слышал? Угу. Знаешь мусорщиков из Terra Cognita? У меня там друг, он и сказал. Они чистят хром, пересобирают и отправляют людям краузеры. А ты знаешь, кто будет товарным? Ага. Есть такой Тед Садовик. Ты с ним уже несколько месяцев работает. Может, поговоришь с ним? Вдруг у него недавно что-нибудь... Внимание всем жителям.
Он хакер! Нетранер, сука!
где-то рядом. Всех орудий. Покажи свой внутренний мир. Нетраннер ёбаный. Сейчас повеселимся. Ты глянь, скрипты отправляй.
заебись. Давайте его отпиздим. Заебись. Пиздец какой-то. Сейчас мы его выйдем. Ну заебись. Пиздец какой. Какой.
херня тут творится? Пиздец какой-то. Что за херня? Nine points.